Я хочу обратиться к силовым структурам, к власти Российской Федерации. До каких пор будут издевательства над нашим народом? Начиная с царских времен, по сегодняшний день в архивах достаточно фактов насилия над нашим народом. И это продолжается сейчас. Совершенно невинных наших ребят, которые имеют семьи, в которых не меньше 3 детей, совершенно занимающихся мирным трудом, живущих совершенно с чистым заработанными своими деньгами, приходят ни свет ни заря в масках, с автоматами, со всеми делами, переворачивают дом вверх ногами, на глазах у своих детей, жен, издеваются над мужьями, одевают на голову мешок и еще чем подобное в наручниках увозят. Как это можно понять, если они совершенно не причастны никаким терактам, никаким взрывам, никакого отношения к террору или разрушению государственного строя не имеют? Те последние события, которые прошли неделю назад, нас возмутили совершенно до предела. Как можно забрать, мучить, издеваться, пытать током? И те лица, которые занимались этим, непонятно, в каким силовых структурах они воспитаны, но если это считается правоохранительным органом, они должны заниматься правовыми действиями, опираться на конституцию, закон, однако законы и конституционный строй у них совершенно не работают. Поэтому хотел бы, чтобы те, кто причастны в пытках и насилиях, если это правовое государство, соответствующие органы должны разобраться в этом деле и наказать виновных. Вот наши требования. Бы девлет 14-й сенесы ижғаль еткенден берлі бы башланды Каминка трассасында бүтін жемаат апайлар плакатлар мен наразылыққа чыққан еділер. Ондан соң 24 февраль Симферополде Верховный бинасының алдына топланышқан еділер біздің жемаат қырым татар наразылық білдірмеге. Ана ондан соң башланды бұларын қорқызмақ. О февральдан соң башладылар, алдылар Чигозын алдылар, Элмияға Умеровын алдылар, Мустафа Дегірменжинін ве та балаларын алдылар. Ондан соң башланды Ахьяр группасын алдылар, Куку Емрусейн, ондан соң Бахсарай группасы, Мамутов группасы. Ондан соң башланды бізде Симферополь районы Строгановкада Абдуллаевлар группасы. 18-й жылы 24-й январ күні бұ беля мемде қорантама келді. Оғлым яқаладылар, қырсыладылар, алып кеттілер. Тінту яптылар, сила ташладылар. Ондан соң кене Симферополь группасы 25 кішін яқаладылар. 25 дин қардаш оғыларымыз, ақаларымыз, біздің егітлеріміз башладылар. Анда Ростовта военный трибунал, военный суд. Бұл тергеушілер өзлері үйдіріп өзлері шығаралар. Бұл афын свергнуть власть, террор, экстремист. Біз жемаат оларақ, мұсылман оларақ бұле үйдірмай, ялан үйдірмай япқан нелерінден наразымыз. Бұл Нариман дин қардашымыздың чықышта олғанын еркес ешті, еркес көрді. Машалла дейім, вақтынды бек
кескін чықшта олды, Алла саулығын берсін, қапсілерде отырған қоранталарын, әлхамдулла көремен, әрбір ерден ештемен, әркез дестек ола, бір данесі мұғайып, я бір апайы, я бір баласы, наразылық, я бір көзінден бір яшчық, таянщы барлығын 100% аңлайлар. Я тебе еще курбель дрелер.